Всем привет! С вами ваш любимый канал Супер Тюнинг, и сегодня мы будем делать проект замечательного микроавтобуса УАЗ-452. Вот он, всем известный УАЗик. Напомню, что он был выпущен в 1965 году. Конечно, я не думаю, что у нас получится прям сильно его затюнинговать, но хоть кое-что мы с ним сделаем. Итак, начнем с переднего бампера. Вот такой вот бампер вы, скорее всего, уже видели на некоторых автомобилях этой модели. Так, теперь поставим немного другой задний бампер. Вот такой вот задний бампер под цвет автомобиля. Так, немного опустим подвеску. Нам не нужна, хотя можно и много даже опустить. Нам не нужна сильно большая подвесочка. Так, пороги тут стандартные небольшие порожки. Так, передние фармы просто затемняем, как вы видите. Ну, соответственно, задние тоже делаем темными. Лисички. Переходим к лисичкам. Вот так. Так, ставим на фары небольшие лисички такие. Так, верхний спойлер. Ну, можно поставить вот такой вот огромный, сделать как самолет. Ну, вы понимаете, что это будет смотреться некрасиво. Нам нужен небольшой, совсем небольшой спойлер, который мы сейчас поищем. Вот такой вот небольшой спойлерочек, и нам вполне его хватит. Так, что дальше? Радиатор. Ну, я не знаю, его радиаторной решетки практически не видно. Менять ее. Ну, давайте попробуем еще что-нибудь поставить. Вот такую вот радиаторную решеточку поставили, хоть она и незаметна, но тем не менее. И можно еще поставить наверх воздухозаборничек. Можно два таких поставить воздухозаборничка, которые немного поменяют нам вид. Ну и давайте сделаем аэрографию. Поставим какой-нибудь обычный рисунок. Так, не знаю. Нет, этот рисунок не пойдет. Сейчас мы что-нибудь подберем. Давайте все-таки, давайте. Вот такую вот аэрографию мы поставили на этот автомобильчик. Теперь диски. Диски, давайте поставим диски на него. Так, выберем какие-нибудь довольно-таки, чтобы привлекательные диски. Так, что же здесь будет на нем хорошо смотреться. Так, если поставить диски со спицами, давайте попробуем. Нет, со спицами не смотрится. Здесь нам нужны более такие мощные диски. Вот такие вот диски мы подобрали для нашего УАЗа. Так они хорошо смотрятся. Ну и теперь, конечно, нам нужно покрасить наш автомобиль, потому что, ну, этот военно-зеленый цвет, ну, явно не идет. Так, давайте посмотрим, какой цвет можно. Я думаю, было бы неплохо. Ну, черный, конечно, тоже хорошо смотрится. Ну, давайте попробуем не черный выбрать. Давайте попробуем какой-нибудь такой светлый. Нет, желтый. Нет. Желтый явно нам не подходит. Так, давайте выбирать из всех цветов, палитры цветов. Синий, фиолетовый. Такой гламурный цвет можно сделать. Так. Вроде бы, но нет. Черный, все-таки черный был довольно-таки привлекательный цвет. Давайте попробуем вернуться к нему. Так. Сейчас мы возвращаемся к нашему черному цвету. Давайте попробуем, возможно ли крышу, к примеру, отдельно. Нет, наверное, по отдельности здесь ничего, все красится.
Так, вот такой цвет вот необычный будет наш УАЗ. Надо тогда ему еще и сделать черные, абсолютно черные окна, стекла затемненные. Сделать эффект неона черненький и поставить хорошую заставочку. Сейчас мы это сделаем. К сожалению, ничего хорошего я не нашел и оставлю этот наш УАЗ-452 в этом же гараже с таким вот самым простеньким фоном. Как вы видите, даже из такого старика можно сделать более привлекательный автомобиль. Напомню, это был канал Супер Тюнинг. Мы делали тюнинг проект автомобиля УАЗ-452 1965 года выпуска. На этом мы будем заканчивать свой тюнинг проект. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал.